Так, получил только что посылочку на новой почте. Вот номер пересылки, да. Обращаю ваше внимание, нигде тут на посылке нет пометок, что тут хрупкий товар, может побиться. Ну, нет манипуляционных знаков. Вот этот, знаете, и бокал стоит стеклянный, типа. В общем, естественно, открыл я посылку на новой почте, что проверить. Что меня сразу смутило? Посылка, я ожидал, что она по размерам будет в 2 раза больше, потому что я заказывал блок питания, и он вообще должен идти в такой коробке достаточно объемной. Значит, смотрим на новой почте. Я ее открыл, порезал. Смотрите, провода вот тут были впритык. То есть я ножом мог спокойно перерезать тут пару проводов. Нигде нет пометок, что там открывать здесь или открывать осторожно. Как-то так. Также вот прям среди вот этой вот пупырки, да, нашел документы. Ну, тут гарантийный талон, естественно. И что? Ну и накладная, да, я так понимаю. Вот. Заказывал я товар в розетке, но, как вы знаете, розетка — это place market, ну, то есть там могут продавать товары и другие магазины. Вот, оказалось, я купил товар на магазине exe.ua. Ну, тут больше ничего интересного, да, нету. Так, ну и тут тоже ничего интересного внутри больше нету. Так, откладываем все это в сторону. Теперь смотрим на сам товар. Это блок питания для компьютера. В общем, смотрите. Первое, да, тут куча проводов. Так, чем они смотаны? Так, ну первое, понятно, да. Мне сразу не понравилось то, что тут нету никакого, ну, фирменного, короче, коробки нету, упаковки. Ну, так, я осмотрел, значит, товар. Вроде бы он в употреблении не был, да, тут пыли на вентиляторе нигде нету. Как бы внутри никаких следов от использования я не вижу. Ну, провода тоже видно, что они новые, да, не запыленные. Так, давайте проверим провода. На почте я, конечно, так детально все не осматривал. Да, сразу скажу, если бы у меня был вариант отказаться, ну, отказаться я мог, конечно, от товара, но в моем городе я бы нигде подобный блок питания не купил. То есть, ну, я бы потерял бы еще неделю, а может и две. Поэтому решил все-таки забрать товар. Так, смотрим первое. Питание материнской платы. 24 пина. Есть. Так, давайте этот провод постараемся отдельно отсюда. Вот это да. Так, питание материнской платы. Вот. Так, ну и провода, видите, еще такие. В общем, как они были упакованы, в такую форму и держат. Ну, то есть, скорее всего, да, не был он в использовании. Так, теперь вот эти вот. Угу. Так, SATA. 1, 2, 3. 1 Molex. Следующий смотрим. Тоже 1 SATA, 2 Molex. Так, тут 2 SATA, 1 Molex. И, ну, последний должен быть из таких. Да, тут 2 SATA, 1 Molex. Так, это есть. Все правильно. Следующее смотрим. Питание видеокарт. 8 пин. И тут, угу, видим, да, 6 плюс 2 идет. Они разъединяются. Раз такой кабель. Два. Так, дальше смотрим. Три. Четыре. Так, пять. Шесть. Семь.
и 8. Так, все есть. И питание ЦПУ. Так, как тут у нас это сделано? Вот это на процессор 4 плюс 4. Так, по комплектации все ясно. Теперь смотрим по мощности. Мощность 1800, сертификат голдовый 90+. Так, это все хорошо, да? Но теперь, внимание, отсутствует вот этот кабель подключения к сети, да, в розетку. И чем вы думаете, я, ну, должен подключать? Ну, у меня просто остался такой кабель от старого блока питания, но как бы он должен идти в комплекте в любом случае. Ну, на это я напишу жалобу. Так, сейчас даже зайду в магазин «Розетка» и посмотрю. По-моему, когда я покупал, никаких там в описании не было нигде указано, что это там товар. Может, там витринный образец, да? В общем, что он идет без упаковки и отсутствует кабель питания. Как бы я сейчас просмотрю. Если я этого не заметил при заказе, да, тогда это как бы мой бок. Я полностью согласен. Так. Причем поставщик мне перед тем, как отправить, звонил. Уточнял там всякие детали. Я уточнял, и он ничего об этом не сказал. Так. Гарантия 12 месяцев. Видимо, это есть. Угу. Давайте вот подробнее о товаре. Мощность 1800, несъемный. Ну, несъемный имеется в виду, что кабеля там есть отдельно, как модулями подключается, тут все на месте. Так, гарантия 12 месяцев, больше никаких описаний нет. Так, характеристики, ну, то же самое все. Так, задать вопрос, фото. Так, ну вот, в принципе, и все. Оставить отзыв. Так, ну сначала его все-таки подключу, а потом напишу отзыв. Ну, в любом случае, отзыв будет негативный. Так, у этого продавца 126 отзывов. Угу. Так, вижу сразу, есть вот отзывы негативные по одному баллу, да, процессор люди получили использованный. Так. Угу. Ну, в основном, конечно, отзывы положительные. Так. Угу. Ну, несколько негативных отзывов, то, что товара не было в наличии. Ну, ладно, пойду подключать, в общем. Ссылочку на товар в любом случае оставлю.